Напомним, что время работы избирательных участков осталось прежним – с 8 утра до 8 часов вечера. Серьезное отличие – это временные рамки процесса. Голосование будет продолжаться 7 дней, начиная с 25 июня, чтобы не нарушать ограничительные меры и не создавать скопление людей в одном месте. Выработаны и особые правила безопасности. Защищены обе стороны – члены комиссии и сами голосующие. Бюллетени под особым контролем. На участках находятся сотрудники правоохранительных органов. Помещения сдаются на сигнализацию. Работают камеры видеонаблюдения. Закрывается работа участковой избирательной комиссии. Наша опечатанная урна перейдет в помещение избирательного участка. Все материалы, все бюллетени находятся под охраной. Первый раз в нашей практике, чтобы выездные бригады выезжали для голосования по месту жительства с нашими избирателями. Такого еще никогда не было. Я довольна. То, что вот здесь пришли голосовать 50 человек –